Продолжаем серферить в интернете через игру. Это плохая реклама для браузера The Butterfly Sign. Потому что браузер из него очень тормознутый. Показывает не все страницы, потому что я здесь попробовал. Попробовал здесь плохие слова повводить, но ничего плохого мне не выдает. Какое-то ограничение для детей, видимо. И поэтому моя психика осталась до сих пор еще целой. Я очень рад, это браузер хороший. В принципе, если у вас есть дети, и они очень хотят пользоваться компьютером, ну, можете только такой браузер им давать. Так. Ну, наверное, все. Я уже должен получить ачивку. Минут 10 я провел уже за компом. Хотя фиг его знает, может, оно не работает. Кьера Адамс, Лондон, все понятно. Отлично. Так. Ух ты, как он быстро бегает. Для упрощения поиска улик активируйте режим концентрации кнопкой Q. Это позволит на короткий промежуток времени видеть все важные объекты. Скорость восстановления концентрации зависит от уровня сложности. Концентрация недоступна на уровне сложности самоубийцы. Ух ты. Для стимуляции воспоминаний. Нужно вот на этом уровне здесь все поймать воспоминания, потом можно пройти дальше. Вот так. Здесь. Ой, я уже привык к сумме, хотел уже рукой там вести. Просто достаточно нажать, оно уже все. Тушили пожар. Я не помню, что я отвечал, но он случайно сюда закатился. Кью, смотрим, что тут еще есть. Жалко, что улики не исчезают. Там ответы были правильные. Хотя, может быть самому проходить так. Я думаю, что он не умывался. Тело. Не знаю, бритвы повредил лицо. Я повреждений вообще не вижу. Здесь какой-то. Следов волочения и прочего не видно, поэтому прямо на этом месте убили. Пистолет. Блин, здесь криминалистом можно быть, хотя бы теорию так немножко знать, что случается при выстреле. Пистолет орудия убийства, с него стреляли жертвы, пистолет подбросили, чтобы сымитировать самоубийство. Но самоубийство здесь никак не сымитировано. У
либо это ему принадлежит, потому что есть кобура. Вот она. Кажется, погибший был охранником. Убит несколькими выстрелами в спину. При падении ударился в умывальник. Одна пуля, судя по всему, срикошетила и попала в огнетушитель. Здесь разобрались. Ну, вообще интересно, я скажу. Плохо, что они сделали в стиле хоррора это все. Мне это не нравится. 0.2. Здесь, в принципе, ничего нет. 0.3. Ну, вообще, это хороший подход, когда у вас маленький бюджет, и вы не хотите тратить время и деньги на разработку моделек персонажа. Вот тени — это самое то. В принципе, можно всю игру сделать на тенях. Это будет очень... Патрик, у тебя пароль 03. В больничку да, отправляйся. Ничего, e-mail. Черновик, привет, Романов. Понятия не имею, почему в последнее время все так обеспокоилось. Безопасность у лечебницы. Ставят замки, камеры, датчики различия. Датчики различные. Меняют двери. Как будто больницу кто-то собирается ограбить. А этот идиот Саймон, отвечающий за вход во второй блок меморити, вообще целыми днями в церкви сидит. В любом случае напоминаю, твой код 2889. До скорого. Патрик, охрана первого блока. Вот этого Патрика, судя по всему, и пристрелили, раз он из охраны. Кому он пишет? Романову. У Романова 2889 пароль. Если мы найдем Романова, значит, у него такой пароль. При этом мы разговариваем тоже с Романовым, надо заметить. Ой, веб-браузер, добрались до веб-браузера, котики. Поехали. Котики 2.0. Ну что, смотрим, какие классные котики. Все, залипаем.